Смотрите, какие офигенные товары я подготовил для вас в этом видео. И в конце видео будет конкурс с денежным призом. Поехали! Всем привет, друзья, с вами канал Аль Пачино. Сегодня я для вас подготовил интересную подборку с крутыми и полезными товарами с сайта AliExpress. Уверен, вам она понравится. Если вы еще не нажали на колокольчик, чтобы получать самые свежие видео, то ставьте на паузу и скорее нажимайте. Как всегда, все ссылки на товары с подборки есть в описании. Да, и кстати, как всегда по традиции, те, кто досмотрит видео до конца, примут участие в конкурсе. Если вы хотите быть в курсе всех новинок на китайском рынке, будь то автотовары, инструменты или просто добротные вещи, советую подписаться на канал с полезными и интересными подборками и обзорами. Канал называется Топали. Также там проходит куча конкурсов, и в конце этого ролика у нас будет совместный конкурс на 500 рублей. Так что смотрите до конца. Приятного просмотра! И начинаем мы с АТГ-переходника для телефона. Бывает, нужно срочно что-то посмотреть, отправить почтой, отредактировать файл с флешки, а под рукой только смартфон и сама USB-флешка. Тогда для решения этой задачи нужен АТГ-переходник. С помощью него можно подключать также любые другие USB-периферийные устройства, такие как клавиатура, мышь, USB-микрофон и другие, лишь бы они поддерживались вашим микрофоном или планшетом. Данный OTG-переходник имеет компактный размер, без лишних проводов, его без проблем можно взять с собой везде или даже носить всегда с собой в портмоне. Идеальная термокружка для любимых горячих напитков. Теперь не нужно тратить время на утренние ритуалы, ты можешь выпить любой напиток на ходу, а еще такие термокружки — это очень экологично. Не покупай одноразовых стаканов, а просто бери свою, собственную и самую красивую кружку всегда с собой. Горячие напитки не нагревают внешние стенки, поэтому его можно смело брать руками. Благодаря своей форме термокружка хорошо становится в автомобильный подстаканник, ее удобно носить с собой повсюду, а дизайн и разнообразие цветов позволит обращать внимание окружающих на обладателя этой замечательной кружки. Идеальный подарок для вечных мерзляков, белых ходоков и тех, кто любит ходить зимой без шапки. Модель двигателя внутреннего сгорания. Двигатель как конструктор необходимо собрать, при этом получив представление о его работе и, возможно, даже некоторые практические навыки по ремонту настоящего двигателя. Несмотря на наличие автомобиля, я бы хотел получить такую игрушку в себе подарок. Впрочем, если ваш настоящий автомобиль не совсем исправен и движок постоянно подтраивает, стоит подумать насчет того, чтобы за эти деньги отправить машину в сервис. Тем более, что деньги за эту игрушку продавец просит немалые, их можно подарить непосредственно своему четырехколесному железному коню. Модель ДВС. 4 цилиндра из сплава алюминия. Вес около 4 кг. Работает за счет электрического стартера. Размер 182 на 150 на 120 мм. Bluetooth-колонка Bulldog. Этот динамик, без сомнения, самый оригинальный и самый смешной из всех когда-либо созданных беспроводных динамиков. Стильный и смелый дизайн полностью отвечает отличному звучанию бульдога. Самый передовой Bluetooth динамик производит качественный звук благодаря двум динамикам по 10 Вт. В колонку встроен аккумулятор в 2000 мАч, что позволит ей играть в режиме нон-стоп от 4 до 6 часов в зависимости от громкости музыки. Совместимость со всеми устройствами с поддержкой Bluetooth. Мгновенно подключается к смартфону или планшету на расстоянии до 10 метров. Легко подключается к любому смартфону или источнику звука через линейный вход Bluetooth 4.2 или через провод 3.5 мм. Бутылка с органайзером для таблеток. Эта бутылка заинтересует вас с первого взгляда. Все потому, что она в сочетании с органайзером для таблеток. С таким аксессуаром вам больше не нужно будет искать воду, чтобы принять необходимые лекарства. Бутылка-таблетница – это практичный и современный способ сохранить ваши таблетки и воду вместе. Это особенно удобно, если вы находитесь в дороге. Умная бутылка воды оснащена встроенным органайзером для медикаментов с 7 разделами. Если же вам не нужен в данный момент органайзер, вы можете легко его снять, просто сдвинув и потянув в сторону. Адаптер для аккумуляторов батареек АА до типа размера D. Типа размеры 2А или 3А составляют 85% рынка, но существует спрос на элементы питания других типоразмеров. Одним из следующих по популярности является типоразмер D, который используется, например, в больших фонарях или портативных радиоприемниках. Для таких случаев в модельном ряду аккумуляторов присутствуют пластиковые адаптеры, которые позволяют трансформировать аккумуляторы 2А в D-аккумуляторы.
Адаптер-переходник с типоразмером 2А на типоразмер D помогает экономить на покупке аккумуляторов типа D. Вставьте аккумулятор в адаптер и используйте его в нужном устройстве. Адаптер позволяет воспроизвести только габариты, длину и диаметр. При этом электрические характеристики сохраняются неизменными и свойственными 2А аккумулятору. Такой адаптер очень крутая и удобная вещица. Классная велосипедная сигнализация. Поставив велосипед под охрану велосигнализации, вы сможете спокойно идти по своим делам. При попытке что-то сделать с вашим велосипедом, сигнализация срабатывает громким пронзительным сигналом, который напугает злоумышленника, и тот не успеет срезать велозамок и похитить велосипед. Если ваш велосипед затронули, сигнализация срабатывает на 15 секунд, и вы сможете увидеть того, кто его тронул. Три уровня чувствительности позволяют определить, какое движение необходимо, чтобы вызвать тревогу. Сигнализация устанавливается на раму, руль с помощью специального зажима. Работает на одной батарее 9В типа крона. В комплекте сигнализация, винты и болты для крепления. Инструкция на английском. Ручка для пенспиннинга. Известная ручка, корни которой уходят в Китай. Никто достоверно не знает, кто изобрел ее, но что известно наверняка, так это то, что она пользуется огромной популярностью на родине. Многих оставляет неравнодушным не только доступная цена и умеренные характеристики, но и экстравагантный вид самой ручки, ведь она действительно интересна внешне. Такая ручка – это не только залог успешного выполнения трюка, но и большое удовольствие. Качественные материалы, шершавые грипы – все, что нужно для создания собственного пен-спин фристайла. Идеальный баланс. Игра для вечеринок на скорость реакции. Собери компанию веселых друзей и получи заряд хорошего настроения от хорошего электрического заряда. Только не стоит волноваться. Гальванический ток, которым бьется наш оригинальный подарок, совершенно безопасен для человеческого организма, даже в режиме максимум. Каждый из игроков берет в руку джойстик и нажимает на нем черную кнопку, замыкая контакты. Ведущий дает старт игре путем нажатия главной кнопки на центральной консоли, к которой подключены джойстики играющих. После этого машина начинает мигать красным светом и завывать, нагнетая атмосферу все больше. А потом, внезапно, когда напряжение достигает своего апогея, бах! Музыка умолкает и на консоли загорается зеленый сигнал. Тот, кто зазевается и отпустит кнопку последним, получит в качестве подарка за нерасторопность небольшой электрический привет. Прикольная ретро-труба для вашего смартфона. Устройство оборудовано кнопкой принятия сброса звонка, что позволит владельцу максимально использовать свой телефон, не прерываясь на разговор. Работа в интернете, отправка электронной почты, написание, чтение документов теперь можно совмещать с телефонным общением, не включая при этом функцию громкого динамика, сохраняя конфиденциальность разговора. Гарнитура в виде такой телефонной трубки позволяет своему владельцу эффективно использовать мобильный телефон, совмещая разговор с работой, а также может быть подключена к ПК для применения в общении через программы голосовой связи. Кепка со светящимся козырьком. Всем желающим выделиться из серой массы и громко заявить окружающим о своей оригинальности и чувстве стиля посвящается. Яркая, необычная и ни на что не похожая кепка приведет в настоящий восторг любого. С первого взгляда вам может показаться, что перед вами находится обычная бейсболка, но стоит нажать на потайную кнопку, расположенную под козырьком, как по периметру козырька станет светиться яркая светодиодная лента. Источником питания кепки служит небольшой электронный блок, расположенный в задней части изделия. С таким головным убором вы не останетесь незамеченным ни во время вечерней пробежки, ни во время похода в ночной клуб. Прикольные ниндзя-кроссы с пальцами. Прочная минималистичная обувь для похода в труднодоступной местности. Дышащий верх и подошва с отличным сцепляющим свойством. Удобная, прочная и долговечная обувь для экскурсий или поездок. Суперцепкая подошва и верх с дышащим, хорошо пропускающим влагу материалом делает эту модель верхом практичности и привлекательности для поклонников активного отдыха. Разнонаправленный рисунок протектора обеспечивает отличное сцепление на всех поверхностях, даже после дождя. Регулируемая система быстрой шнуровки позволяет легко надевать и подгонять обувь по ноге. Верх сделан из прочного и дышащего полиэстера. Дизайн модели разработан с учетом анатомического строения стопы.
Волшебная, изменяющая цвет наволочка на подушку. Новый тренд, который украсит ваш интерьер, привлечет внимание гостей и просто будет радовать вас. Вы можете создать пальцем любой рисунок на подушке или просто изменить ее цвет под ваше настроение, проведя по ее поверхности рукой. Она придаст любой комнате оригинальности и шарма, роскоши и богатства. На таких наволочках можно рисовать, писать, а с детьми даже изучать цифры и алфавит, и при этом наблюдать, как меняется цвет. Собственно, в этом и заключается антистрессовый эффект. Музыкальная доска Novation Launchpad. 64-кнопочный контроллер с подсветкой для iPad или компьютера. 16 кнопок управления. Воспроизведение циклов, сэмплов, редактирование событий, а также управление эффектами. Вот на что способен этот маленький яркий контроллер. Вы можете создавать музыкальные композиции прямо на своем iPad, благодаря сопутствующему приложению со встроенными сэмплами, ударными и эффектами. Импортируйте свои собственные звуки или пользуйтесь богатой, постоянно обновляющейся библиотекой для создания настоящих диджей-треков. Питается контроллер от вашего iPad или компьютера через шнур USB. Никаких лишних элементов питания, что позволяет использовать его где угодно. Приставка со встроенными 600 играми для NES. Если кто-то помнит, как она называется, напишите в комментариях, а то я запамятовал. Из отзывов о товаре. Все классно, супер компактная, картинка на телевизоре хорошая, четкая. Практически все игры, в которые хотелось поиграть. Джойстики не идеальные, но хорошие. Питается с американской вилкой и переходником, что неудобно, но отлично, что питание стандартный микро-USB. Поэтому приставку можно запитывать обычным USB кабелем от самого телевизора. Кабели достаточно длинные. Единственное, хотелось бы иметь возможность выходить в меню при помощи джойстика, а не при помощи ресет. Как по мне, для развлечений по вечерам и легкой ностальгии можно приобрести, да и 600 игр не дадут вам соскучиться. Да, кстати, есть HDMI выход и кабель. А вот и конкурс. Приз конкурса 500 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на мой канал, подписаться на канал Топали, поставить лайк этому видео и написать, что бы вы хотели себе на день рождения в подарок. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!